Дом по улице Ирпенской, 67. Десятиэтажный кирпичный дом, построенный в 1989 году. Ухоженная придомовая территория. В удовлетворительном состоянии входы в парадные, установлены домофоны. Во дворе скромная детская площадка. Прямо рядом с ней паркуют машины. Неподалеку есть небольшой парк с детской площадкой, озеро с благоустроенной зоной отдыха, детский сад и школа. Несколько продовольственных супермаркетов. Ближайшая к дому станция метро «Академгородок». В целом, состояние дома можно признать вполне удовлетворительным.